Теперь я знаю, что секрет настоящего кофе заключен в каждом зернышке. Мы отбираем самые свежие зерна. Насладитесь их ароматом с каждой чашкой Чибо. Чибо. Давать самое лучшее. Звезда должна выглядеть на все 100%. Осталось прическу поправить. И не только прическу. Посыпалось? Шампунь много, эффекта ноль. Чтобы не сыпалось, используй Head & Shoulders. Head & Shoulders с GPT-комплексом воздействует на кожу головы и эффективнее большинства шампуней от перхоти устраняет перхоть на 100%. Удачи! Звезда нового поколения! Head & Shoulders. Красивые волосы без перхоти на все 100. Знаете, у нас на Олимпе все живут полной жизнью. Привет, Афродита! Каждый день с новыми силами. Опять промахнулся. Хотя иногда даже боги бывают не в лучшей форме. Нужны силы. Новая рама Виталити с комплексом витаминов А, Д и Е. То, что нужно. Рама Виталити придает сил. И, конечно, поднимает настроение. Рама Виталити с новыми силами. Я через минутку. Да, дорогая. Когда вы пользуетесь Clairol Herbal Essences, время останавливается. Вы наслаждаетесь растительными экстрактами и природной силой. Ваши волосы да. будут так прекрасны, как будто вы ухаживали за ними всю жизнь. Я готова. Знаешь, я уже чуть было не ушел. Clairol Herbal Essences – абсолютно естественное желание. Новости Moral Extreme. Вкус на грани возможного. Звездами становится с Head & Shoulders. Красивые волосы без перхоти на все 100. Так хорошо отстирывает, даже бутылку жалко выбрасывать. Инесса Михайловна, теперь есть Ариэль-гель в экономичной упаковке. Просто переливаете и экономите почти 20 рублей. 20 рублей? Ариэль-гель в экономичной упаковке. Экономная. В течение всего дня в области подмышек стремительно растет число бактерий. Именно бактерии вызывают появление неприятного запаха. Новая Рексона содержит уникальный компонент бактеризан, который активно препятствует размножению бактерий. Поэтому теперь Рексона защищает от пота и запаха еще дольше, еще эффективнее. Новое поколение антиперспирантов Рексона. Нет защиты лучше. Кубок юмора 2003. Новогоднее многоборье на канале «Россия». Автомобильные гонки, неспортивные танцы, музыкальный ринг, бег на корточках, художественная гимнастика, вольная борьба мастеров сатиры и юмора. Так, выступает... Ефим Шифрин, Леонид Якубович, Семен Альтов, Михаил Пуговкин. Боже, мама! Кубок юмора Яна Орлозорова. Ян говорит, угу. У нас тут шоу такое. Рождественская премьера. 7 января на канале «Россия».